Кто на ягеле, кто ветки крутит. Да? Вертит. Да. Привет. Я ягель команды. Наверное, от них взаимный. Да. Так, сейчас куча. Еще Вера не хотела сказать. А? Это стекло для сдачи вторсырье. А, все. Все, переработка вторичная. Не, ну тут, в принципе, так, это привезли на 5-тонном грузовике, вон нам кушать сколько козьивы. Сдаем картон, стекло и железо с конца прошлого года. А, хорошо, они сюда приезжают, да? Да. Отлично. И денежка на центр идет, что мы сдали. Отлично. Вот, а это куча. Это то, что мы съели вчера, позавчера, все копытные. Вот такая вот куча, что даже девочек наших не видно. Вон девочки-помощницы ветки крутят, мы их хорошо под тент убрали, что они не промокли, сухие, вон сразу же делают. Насяжки, насяжки. А кто плачет, а я видео записываю? О. Ты что? Зеваешь, зеваешь. Ну, ребятишки. Ладно. Ой, сегодня у нас прям такой большой-большой день. Сегодня ягель команда в 10:30 выехала, 22 человека, 2 грузовика, легковые машины. Сейчас ягель собирают, девочки здесь веники крутят. Так что очень-очень прям готовимся к осени, к зиме. А лосяшки кушают, лосяшки молодцы. Ладно, поехали дальше. А вот и Оля, а я видео пишу. А ты, кстати, Олечка, завязывала ленту? Какую? Нет. А, я тебе ленту принесу. Сейчас ты меня дождись. Ага. Толя с яблоками. Оля с яблоками. Вот, и сколько сейчас яблоков перебираем. Это, ну, максимум хватит. Дней, наверное, на 5. Не больше. Их надо перебирать, перебирать, перебирать. А это вот уже пустые ведра. Это вчера вот Виктории. Яблочное пюре без сахара медведем приезжало. Уже пюре нет, как не было. Медведи съели. Все, яблоки разбираем, разбираем, разбираем. Так. Дальше понеслись. Сегодня прям у нас такой день интенсивный очень. Яблоки надо перебрать, веники все заделать уже из уже собранных, подсушенных чуть-чуть веток. Ребята ягель привезут, ягель нужно на сушку будет высыпать, помещение для него готово. Так что день такой серьезный. А вот Ксюша! Ксюша тоже помогает, экскурсии водит, воду животным подливает, когда заканчивается. Так, дальше поехали. Хорошо, сейчас пауза, пока дождя нету, так что поснимаем, да, Потапа? Ты руку свою тянешь, руку. Да, Потапа? Ты молодец, тебе там ягод привезли, вечером кушать будешь. Тонь, ты прискакала. Тоня, ты? Нет. Помимо вот сухих веток, из которых вот девушки у нас сейчас венчики делают, сегодня приехала огромная дружеская машина с козьивой. Уже всем-всем-всем копытным дали. Вон там ребятишки оленьи кушают. А ты там наелась уже? Ты уже поела? Да, ты встречать идешь. Ты встречать идешь. Ты молодец. Вкусно, да? Вкусно было. Так, Светик наш погулял. Он сейчас тоже трапезничает там. Вон, козьего всем досталось. Скажи, я нагулялся, я трапезничаю. Ну, скажи, никого не замечаю. Ладно, давай, Светюш. О, у нас поле какое. Бегай, не хочу. Кушай.
Люм, иди еще покушай. Вот молодец. Иди. Вот правильно. Так, копытца навестили. Сейчас мы дальше пойдем. Там Сеня. Сенька кушает. Обед. Да, Сень, скажи мне обед. Так, дальше. Поехали. Сегодня животным хорошо, солнца нету никакого палящего, достаточно прохладно. Вон там ребятня в бассейне. Да, скажи, мам, в бассейне. Ну что? Что? Да шутка. Да шулька. О, сейчас начнутся тут брызги. Да? Их выясняют. Поехали дальше. Вон носохвосты. Ой, как ты сидишь хорошо. Саш нас собирает. Фруктовый дом. Вон строится дом. Вокруг рефрижератора. Так, понеслись обратно. Тенька, тенька. Ребятня все ест. И сейчас разрешение у Наташи спросили. Она сейчас проводит операцию. Мы сейчас одним глазом буквально из-за двери посмотрим, чтобы не мешать, не отвлекать. Вон, альпаки тоже, веточки. Вон, спасибо, кто помогает веточки резать, привозит. Вон, как им вкусно всем. Да, копытцы. Так. Сейчас мы навестим операционную. Буквально одним глазом. Наташа одним маленьким глазом. Мешать не будем. Поплыли. Не мешаем. На выход идем. Кто что делает? Кто операцию, кто ветки заготавливает, кто экскурсии помогает возить, кто гостинец привозит. Все молодцы. А кто удаленно сейчас в Ягелевых лесах? Ну, скажи, ребятишки, а кто-то кушает? А на Оле я видео и завершу.